Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители канала Яконский 1. Сегодня я вас поздравляю вас с праздником, с Днем Знаний. Ну, в связи с наступившимся учебным годом, который 2020-2021, будет изменена все смена. То есть видео на канале будет редко выходить, в общем, по мере возможности. Если уже проходить после школы и делать видео. Ну, возможно, ребят. Так что, друзья, в общем, напоминаю, 3 сентября, в общем, за пару дней, в общем, я устрою проект под названием «Вопрос-ответ». Я там, короче, отвечать буду на ваши вопросы. Будет в том числе прямая, в общем, будет в прямом включении, так что жду вас 3 сентября после школы себя. И по поводу меня, по поводу расписания. Расписание, в общем, пока что фиг знает какое, но... Ну, в общем, мне завтра скажут. А потом я сообщу дополнительно в своей странице, в своем вкладке сообщества на Ютубе. Ну и не забывайте заходить ко мне в ВК, в группу. Ссылка в описании. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И с праздником вас! С Днем Знаний! Пока!